Верховный суд Крыма признал виновным в шпионаже гражданина Украины Константина Давиденко. Мужчина получил 10,5 лет колонии строгого режима. В феврале сотрудники ФСБ задержали его в Симферополе. А следствие установило, что Давиденко был завербован службой безопасности Украины, а в Крыму собирал сведения о новейших образцах военной техники, электроники, средств связи третьего поколения и приборов ночного видения. На суде украинец полностью признал свою вину и раскаялся.